Все, парни, работайте по полоске. Посмотрим, насколько вы хотите Майнкрафт. Боже, а шо... Ой, блядь, что с ласхитом? Да Сара не хочет в Майнкрафт играть. Забейте. Сара за косарик будет играть, я же говорил. Я не знаю, что со мной, я не могу сконцентрироваться на игре. Ну, допустим. Ну, допустим. Я тоже плохо вас хочу. Это на Майнкрафт было или нет, Даркастер? Или это был просто подгон стримера? Спасибо за 500 рубасов. Допустим. Спасибо за донат. Там надо выбрать полоску в донат алерте, чтобы в эту полоску засчитывало. Типа, когда у стримера две полоски, вы в донат алерте выбираете полоску, в которую доначите. А что это такое? Это соло или что там происходит? Не знаю, 3 кило уже отдали. Вот это соло. Мне не важно, в принципе, но пусть будет майн. А, нет, если тебе не важно, тогда не надо в пользу майна донатить. Это будет просто тогда. Эта полоска это специально для челов, которые приходят каждый день ко мне на стрим и пилят меня го майн. Вот, это для них полоска специальная. Если она соберется, без боя, я поиграю в майн. А если она не соберется, тогда нахуй вы меня пилите каждый день, непонятно. Или школьники, у которых денег нет. Ну, может быть. Спасибо, Даркастер, за донат. Кто фрик? Nice. Блять, я по-моему проебу сейчас размен. Нет, не проебу, нормально. А можно перестать вайпаться нахуй? Пул команды. Боже, как же мало проворки у этого героя. Сейчас ко мне толпой придут, да? Возможно. Mm-hmm.
Очень много крипов проебываю, но... Но громчика фармлю нормально. Да ты заебал, ты что, ёбнутый на крысе? Найс. Я смотрю твои стримы, а не из-за прайма. Спасибо, Дракастер. Я не сомневался. Да тебе повезло, понял. Крысы побежали. Блядь, да за шо спушить эту хуйню? Толпой пришли. А вижен можно поставить? Ну ультани в него, ну ультани, уёбище. О боже, он дождался, пока гром придет. Сейчас ульта будет. Забей, не беги туда, забей. Сейчас на меня опять толпой приедут, скриньте. А, у нас топ проебан, найс. Там какой-то хуй еще-то потянет. Ой-ой. Жесть. Надо срочно на линию похилиться, где я не вижу лесу. Хороший шарик. Блин, не то выучу. Да, как он заебал на своем крысолове, блять. А, скилл ушел в КД, но не применился. Ну что это уебище делает? Ладно, я сам варды поставлю, у нас конченые в лесу.
Просто ни одного блядского варда. Когда ты на собаке играешь в лесу, ни одного ебаного варда не поставил. И такой же долбоеб на маске. 15-й бегает, блядь. Уровень учит. Не убивает и учит уровень. Давай разбавим хоть. Разбавим Майнкрафтом? Ну я ж не против. Я жду. Почему вышка, блин, не агрится на него? Ну чё за херня? Я жду челов, которые постоянно меня пилят за майн. До нас строку. Типа, я не против разбавить. Попал. Но я не мог ничего сделать. У меня нет кнопок, я потратил на нее ульту. Как же хорошо быть берсом под мощью, когда ты можешь одну кнопку нажать. Боже. Блять. У нас команда есть вообще? А, блядь, да? Я что, с цепи спрыгнуть не могу? Охуенно. Охуенно. Ну я крыс дудит, я ульту в него дать не могу. Ну нормально, у меня то фарм в любом случае. Он убьет ее? Попрыгал в крипов. Билетики к осмотру. А фрик на маске фармит мою линию в это время. Жаль, кроме них не шотан. Кто? Ты? Лол, вот это, блять, обидно. Ты видел, как оно пролетело? Не, не видел. Там просто на писюшке. Ёбнутый, что ли, на крысе? Они
либо к тебе пошли, либо на драк. У меня ульты нет. Ну, блядь, ну когда лесник умирает... Ладно, ему повезло. Маска не дала даблкорд нормально. Там на маске аутист, конечно, играет полный. Угу. Но, по сути, если бы там нормальная маска была, то сейчас бы наш челик... Да нажмись! По сути, лесник бы умер из-за того, что нету вижена здесь от маски. У нас просто нет вижена, блять. У нас хроника заходит в наш лес, мы видим ее только тогда, когда она уже ульту вешает на нас. Вот, единственный вард на карте. Вот он. И тот от луны. Что-то. Добиваю, что походишь со мной. Угадаю, собираешь. Проф поел, и шо? Заканчивая мысль, я не понимаю, что ты хотел этим сказать. Скажи, моча. Стримила забуду. Беру. Что делает Игорь? Бля, какой же на Игоре неадекват ебаный катает, это просто забей. Забей, они уже все идут сюда. Хороший шарик. Сзади. Неважно. Я умираю? Да нет, по идее. Поставь перед собой барьер и упрыгай. А убить ее никто не хочет. Меч дал ТП, но он промазал. А нет, не промазал, нашел. Нахуя ульту было сливать? Ну. Зато в замесе, когда сейчас за дракона пиздиться будем, у него ульты нет. Здорово, панда. Что заказывал по еде? Макдональдс. Заказывал.
Ну, у нас долбоёб, посмотри, вот он. Да, сзади. А дашь ли ты туда? У меня нету. А, 30 бля. Секунд. Ладно, забей. Давай не будем давать. Давай не будем. Их хп нет. Окей. Я как бы похирюсь. Но мы отдаем дракона, да? А-а-а. Ну да, скорее всего. У нас же долбоёб на топе. Я, бля, я не могу, я просто не могу терпеть этого урода. Во-первых, вот один. Вот этот один. И вот этот второй. Два, сука, ублюдка. Ну, третий, к сожалению, я не могу его зарепортить. Так бы троих зарепортнул. Блин, я не успею ряснуться. Почему успеешь? Ну, я не успею. Сразу прям натягивай. Он не долетит. Бля. Опа, нахуй. Минус два. Ну, правда. У одного дракончик был. Нормально, ты выбила дракона. Блин, ну чуть меньше бы резалась, я бы дракона забрал. Угу. Ладно, я сейчас буду сам с драконом. Лиса на 100 ушла. Будет попроще, наверное, если меня не вынесут сейчас. А. Она уже успела на респаун сходить и вернулся с респауна. Да, зря я пошел. Я не думал, что лиса так быстро придет. Ну, гром и лиса без ультимейтов. Мне еще один талант надо. Дело не понимает, что мне вард нужен. Варды нужны на карте. Да нахуй. Там охранники, наверное, уже очко пылают. Ты ее уже третий раз, по-моему, убиваешь. Подряд. В7. Лиса. Угу, вижу. Ну не знаю, что нажимает. Найс. Берс хитро, да, вроде. Но это не точно. Я проверю в замке, напомните, я скажу. Здорово, Франк. Играл в код? Нет, не играл. Я с барьера 1200. Правда, под мощью. Найс. Сейчас ульта будет. Как раз там резается молодой. А на респу затаймишь ульту? А какой смысл? Попробуй.
Это важнее, на самом деле. Окей. Там маска сдохла или чё? Коза. Конечно, крит. Самый гром. И у меня в КД ушла Снежка, понимаю. Но это ненормально, что я ее не докастовала, и она ушла в КД просто потому, что гром звук. Ну он же типа ультой КАС сбивает. Это обидно. На маге то же самое. Куру кастуешь, сало и все, кура в КД. Зато выформился на собаке. Всю игру нет вардов. Зато собачка 34-я. Я бультанула дракона, но я не успею его забрать. Почему? Ну, потому что они его, скорее всего, уже забрали. Нет. Они его даже не бьют. Пару. Я даю ТП туда. Давай, я тоже. Да, ульту мимо кинула. Обидно. Я без ульты. Я понял. Сзади хроника. Нихера у нее хп. Да, кстати, что-то она многовато хп резнула после дракона. Это нормально вообще? Его тупо волки сожрали. Лол. Ты видел, да? Нет. Ну, маска дала ульту, его начали волки жрать. И егерь отхиливался. Блядь. У нас маска бегает с ультой, не может заультить в лесу под... О боже. Лиса бежит по варду, который я поставил. Чел на маске не может мне ульту прожарить, блять, чтоб шопнуть ее нахуй. В итоге из-за этой лисы умирает три игрока. Или четыре. Блять, мне пизда. Куда она пошла? Ай. Ебать ты, конечно. Ой-ой-ой. Мансы, мансы. Фу, сердечко бьется. Нормально ты. Крысы бегут.
Убил за себя и за соседа. Го по боту. Мы когда-нибудь закончим эту игру вообще? Пока всех не перешотаешь, не закончим. Есть только там. Сейчас чел на боте там отдастся. Ой, и можно будет заканчивать. Дай ульту на бот. На, блядь. Да как она резается, блядь? Помогите. Не, мы не закончим игру, у нас на мече полный долбоёб. Невозможно закончить игру. На мече, на собаке у нас полные типа уроды. Он идет один в 5 под двойные, единственные оставшиеся товары, вместо того, чтобы пойти в ГЗ дать замес и выиграть его. Но она не запушит сама, конечно. Лол. Не, ну леса отдефает спокойно. Вот это печально, на самом деле. Пипец, я сейчас 40 сек буду. А че он такой бесстрашный на своих ронях? Смотри, действия меча. Зачем Аска вообще чат пишет? Где логика? Я без дракона не полезу. Опять этот долбоёб сам по себе. У меня... Найс. Снежка есть. У меня секунд 10 до дракона. Секунд 5 даже. О, это для меня осталось, тут чешу. А зачем? У тебя жильты нету. Ну я дамажу. Они все кнопки в меня дают. Почему никто не может пушить трон? Наконец-то. Неужели? Трэш и не катка, блять.